Этим летом депутаты городской думы проверяли организацию работы в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при школах. По итогам проверок и по просьбам родителей выдвинуто предложение продлить работу последних. Вышли с предложением, что все-таки лагерь дневного пребывания был полного дня. То есть пока я как родитель нахожусь на работе, мой ребенок находится под присмотром педагогов-воспитателей, организованными мероприятиями и обеспеченными, так сказать, полноценным горячим питанием. Об этой работе говорили на Комитете по образованию, культуре и спорту совместно с Общественным советом и Молодежным парламентом. Также депутаты обсудили вопросы капитального ремонта школ. Для дополнительного контроля будут приглашать родительский комитет. Мы говорим и о питании школьников вообще. И родительский контроль, и общественный контроль здесь очень-очень важен. И если будет совместный депутатский и родительский контроль, я думаю, что это будет вдвойне правильно и полезно. На заседании комитета депутатам доложили и о строительстве и ремонте новых образовательных учреждений в городе. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.